познакомились. Нас познакомили друзья. И все? И что, Лена, с первого взгляда? Просто у вас нет, мне вообще как бы не рассказывали про Андрея, мне неинтересно было даже. Это любой человек. Можно послушать, не без. Катюш, мне неинтересно был вообще Андрей, как бы, ну, не было времени мне, как бы, на него, я не хотела даже с ним знакомиться. А тут Рождество. Не с кем отмечать. Нет, я сижу дома, и подружка, и вот, соответственно, кто нас познакомил, мы сидим дома. Делать нечего. Давай, я говорю, давай, зови Андрюху, хоть посидим, там, познакомимся. И он приехал, ну, как бы я не собиралась, там, не красилась. Ну, обычно, обычно выглядел в обычной одежде домашней. Сидела, зашел. Очень долго ждала, как бы собиралась он тоже долго. Заходит, я увидела его в дверях, сердце ёкнуло. Да ладно! Поняла, что что-то такое. Что-то нечисто, короче. Что-то не то. Чем-то попахивает. Ну и все. Сердце чаще бьется на тяжело. Сказано, Екатерина Петровна, выйти пора! Это любовь! Ощущения. Твоя версия происходящего. Твоя версия. Твоя версия вашего знакомства. Ехал на очередную гулянку. Как бы. Потом мы с этой очередной гулянки с квартиры решили, куда мы переместились? В клуб поехали. А в клубе? У тебя сердце не ёкнуло, когда ты как тебе когда в салате? Ёкнуло, у него ёкнуло! У него другое ёкнуло. Чё у тебя ёкнуло? Сердце ёкнуло! Сердце ёкнуло? Ёкнуло. Сразу ёкнуло? Да ладно, сейчас это тут перед камерой. Да ладно, на камеру работаешь. Сценарий изучил. Нет. Что-то ты какой-то подготовленный. Ладно, дальше поехали в клуб. Выпили шампанское. Кто понеслась? Катька защищает, вступает. Ну, конечно же, все. Танцевали. Медленную композицию. Пообнимались. Вышли на природу подышать воздухом. И тут вас понесло. Да? И тут я подскользнулась, как будто бы падаю. Он меня поймал и не слал. Всем романтика! Еще и романтика! Романтика! Ура! За сладкие поцелуи!